одна из главных достопримечательностей города Куала-Лумпур. Находится где-то в районе 13 километров от города. И они открываются в 5:45 утра до 9 часов. Можно было раньше приехать. Сейчас 9 часов утра. Если хотите приехать на машине, парковка будет 2 рингита стоить. Где-то 50 центов. Вот знаменитая лестница. 272 ступени, насколько я знаю. Очень круто все выглядит. Вот вход на пещеру вот прямо наверху. Как я говорил, нужно одолеть все эти ступени. Все в таких ярких красках, выгоревших. Как бы это ни звучало. Вот этим пещерам насчитывают более 400 миллионов лет. И до какого-то года, до 18-19 века, сюда приезжали китайцы и покупали помет. Тут очень много летучих мышей. Вот они покупали помет для чего-то, я не знаю для чего. Видно, это было им выгодно. Вот, и после того, как этот весь помет собрали, приехал сюда индус, ну это по одной теории. И он здесь медитировал и что-то увидел в своей медитации. И то ли он это место купил, то ли вот что-то вот типа вроде того. Как бы это считается, как, допустим, казино в Америке держат индейцы, вот это держат индусы. Также здесь проходит фестиваль. Январь-февраль, очень много паломников приезжает. До 1,5 миллиона человек. Здесь, видите, обувь. Это не для пещер, это для храма. Нужно разбываться. И второй момент, то, что нельзя животных и нельзя в шортах. А я в шортах. Нельзя плевать, нельзя бегать, нельзя курить. Стандартные, мне нужно где-то найти штаны. А где их найти? Оказывается, мужчина можно, хотя вот женщина тоже в шортах. Особо никто за этим не следит. Ну все, погнали. Подниматься. У меня сегодня не получилось в зал с утра пойти. Но я думаю, вот будет одна из хороших прогулок сегодня. У каждого есть свои взгляды на эту жизнь, но на традиции вот женщина решила вот таким способом подниматься наверх. Человек молится с курицей вместе. Блин, да чего же? Люди интересные, да? Верят во все, что не хотят верить. Или то, что им внушили с самого детства.
вход в галерею стоит 5 рингит. Голуби-моряки. Очень много голубей, говорили много обезьян, но пока ни одной не видел. Вот стою и думаю, кто это? Вы мне скажете? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Кто это? Или что это? Пещера, вилла, Табу Кейвс, Бату Кейвс, Малайзия. Валувар Катам. Встретите огромную раковину справа. Здесь вообще людей нет. Thank you. Это же как будто бы выход. Я думаю, здесь, наверное, вход и выход в одном месте. Очень много картинок. Не буду с ними задерживаться и читать. Я, наверное, не смогу. Здесь по картинкам можно свою какую-нибудь историю придумать. Давайте будет вот история для вас. Здесь будет 4 картинки, вот одна. Придумайте свою историю, можете в комментариях написать тоже. Это была первая. Потом вот происходит другая сценка. Потом вот третья. Она, наверное, что-то ляпнула, но не понял никто шутки ее. Здесь что-то непонятно тоже. Вот 4 картинки, так что, ребят, давайте. А я вот попробую придумать здесь. Здесь их больше. Окей, здесь мужик пива выпил много, видите, пузатый какой, и давай детей учить карате. После карате, после детей он устал и решил с женщинами побыть. Он такой, опа-опа, женщина одна, вторая. Там видно, двух не вытянул. Одну оставил. На следующее утро он пошел с ребятами, короче, работать, потом в карты играть, потом опять карате с картами. Надо покушать. Покушали. Время для женщины. Потом опять сосед ему предлагает выпить, этот ему говорит, да не хватит. Тут ему пятюню такую, давай, красава. А женщина смотрит и наблюдает. Ну вот, кратко. Краткая моя история. Двигаем дальше. Все красиво, на самом деле, все разукрашено. И такое ощущение, что как будто бы это все не настоящее. То есть, если бы они его оставили в естественном виде, может быть, было это совсем по-другому. Но так как это галерея, наверное, были нужны добавлены краски. Или вот. Человек держит целый мир. Иллюминати. Наверное, или кто? Опять же, в комментарии можете сказать. Можете кроссовки себе купить за $2.5, если вдруг стоптали. Покупайте.
сюда. Вот, это уже другой вход. И с такими вот веселыми лошадками. Она под чем-то. MDMA, похоже. Нос красный. Глаза тоже. Кто это? О, веселая корова, веселое молоко. Это не корова, это коров. Повернись. Красавец. What's up, buddy?
чем левее вы идете, тем больше будет обезьян. Ну, вообще маленькая мама с малышом. Все, здесь их просто огромное количество. Only 10 ringgit per person. Very nice, amazing, biggest chicken. Take photo, video. How much is it? Only 10. Это вход в последнюю пещеру. Называется она Рамаяна. Вот она перед вами. И сама Рамаяна, и сама пещера. Также нас встречают кони. Кони без бровей. Что это за конь? По идее, это последняя пещера. Вход сюда стоит 10 рингит. Это примерно около $2. Рамаяна называется. Ну, начало такое непонятное. Вот коробки, наверное, тоже 400 миллионов лет им. Красят. В общем, занимаются покраской только. Я думаю, что-то больше подготовки или какие-то части. Ну, вот пещера какая-то тоже. Ну, здесь уже охотники. Реклама местного депутата. Ну все, началась эпоха войны. Здесь люди пытаются разбудить, я так понимаю, их защитника. Его зовут Кумбакарнан. Кумбакарнан. Чтобы идти воевать против Рама. Ну, если слон такой, лошади. Какого размера он тогда? Страна лилипутчи какая-то. Все его будет. Не знаю, сюда можно заходить или нет. Видно, какие-то работы идут. Ничего такого. Уф. Слушай, сегодня я поднялся до небес, спущусь на землю скоро.